Сергей Владимирович. Я Ивлеев Михаил Васильевич. Являюсь ветераном вооруженных сил. И после увольнения из армии я занимался военно-патриотической работой по сей день с детьми и подрастающим поколением. Я являюсь заслуженным преподавателем школы-интернат номер 2 города Саратова. Вынужден обратиться к вам вследствие бездействия наших правоохранительных органов, тому как 12 июня прошлого года было на меня совершено покушение с целью убийства. 12 июня 2019 года в ночное время на меня совершено нападение двумя мужчинами и двумя женщинами после распития спиртных напитков. И нарушение общественного порядка. Разбив металлическую дверь нашего двора, они ворвались к нам и стали избивать меня топором и руками. Впоследствии один пытался меня удушить до тех пор, пока я не потерял сознание. И только когда выскочила моя жена и раздались крики соседей о прекращении этого дела, они прекратили это дело. В результате избиения меня скорая помощь увезла в больницу с многочисленными ранами, а именно с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, различными ушибами и кровоподтеками. Я находился долгое время на излечении в больнице. Я неоднократно после обращался в прокуратуру города Саратовского района, но реальных результатов спустя год так и нету. Следственный комитет, куда было обращено наше дело, провело формальную проверку, не разобравшись, не обратив на мои доводы и факты, и спустили опять дело в полицию. Мною была выявлена фальсификация многих документов в деле, а именно протокола с места происшествия, потому как полиции на месте происшествия в день покушения так и не прибыли. Просто составили лживый протокол. После моих многочисленных обращений все-таки 25 февраля 2020 года полиции было заведено уголовное дело, но спустя полтора месяца его закрыли ввиду того, что не нашли, кто меня избивал. А я, ведя разговор со следователем, знакомясь с делом, увидел много фальшивых документов, которые были сделаны. А впоследствии я даже увидел ее во дворе и сфотографировал на свой телефон, как она обнималась с двумя гражданами, которые избивали меня в ту ночь. Значит, я делаю вывод, что она является как бы ихним другом. Я прошу вас взять на личный контроль мое дело –